Вот они, 5 участниц в интересном положении. Уже через пару месяцев каждая из них станет мамой во второй и даже в третий раз. Они уже супермамы, но корона победительницы должна достаться только одной. За высокое звание будущие мамы боролись на сцене. Свою исключительность доказывали в конкурсах – спортивном, хореографическом, кулинарном. Демонстрировали мастерство в уходе за малышом, готовили подарки своими руками. А еще каждую участницу беременность вдохновила на открытие. Кто-то впервые запел, в том числе в стиле рэп, кто-то научился играть на фортепиано. Показывали на сцене самые настоящие химические опыты. Ну и кульминация – традиционный номер любого конкурса красоты – дефиле в вечерних платьях. Со всеми заданиями участницы справились благодаря занятиям спортом в центре материнства «Аквамама». К слову, после рождения малышей эти мамы продолжат тренировки, но уже вместе с детьми. В спортивно-оздоровительном центре «Растем вместе». Директор этих учреждений, она же идейный вдохновитель конкурса «Я супермама» Анна Батрак. Она подготовила к родам 6 тысяч будущих мам, да и сама мама троих детей. Цель конкурса – доказать, что беременность – это самое прекрасное состояние и яркое время в жизни каждой женщины. Цели конкурса участники достигли, а вот членам жюри пришлось нелегко. Но выбор сделать пришлось. Для начала назвали победительниц в номинациях «Самая креативная», «Самая обаятельная», «Самая стильная», «Самая нежная» и «Самая спортивная». А для объявления «Супермамы-2019» на сцену вышла победительница прошлого года. Переходящую корону Людмила Ковалева передала Анжелике Сордия. И Людмила торжественно передает корону новой супермаме 2019 года! К слову, Анжелика готовится стать мамой в третий раз. Эмоции просто переполняют меня. Просто у меня нет слов, насколько это незабываемое событие в моей жизни. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Спасибо жюри за оценки. Но хочу поздравить всех с Днем Матери, замечательным праздником. Всех мам, всех бабушек. Вот и закончился наш праздник, посвященный Дню Матери. Очень душевный, очень искренний. Мы до сих пор под впечатлениями. И все будущие мамы, которые были на этом празднике, которые участвовали в конкурсной программе, все они достойны этого звания супермамы. Здоровья, счастья и любви. Помимо эмоций, участницы конкурса «Я супермама» унесли домой десятки подарков от спонсоров. От распашонок до колясок. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ИВКТ».